сказать? Мы же не хищники! Ну не скажи! Вот представьте себе горы! Здесь 40 мотоциклистов на Хонда! Тут 51 на Тойота! Здесь девушка на белом ламборджини! А сзади 100 всадников на конях в яблоках! А под яблоками кто? Добычу загоняем. А? Ты при чем здесь девушка? Какая девушка? Ну вот, чего ты здесь стоишь? О, ты кто? Я ежиха, но вас это меньше всего касается. Я... Вот про таких мутородей говорят. И кончится, и колется. Все, хватит терпеть. Никакие вы не ежики, а нормальные мужики. А новые армяне вовсе не новые, а старые. Вот новые, специально. Махачкалинские бродяги совсем не бродяги, а организованные туристы. А транзит не транзит, а прямая подкарта финал. А служебный вход – это не выход из ситуации. И вообще, КВН игра не для слабых. Вот, ну вот, он там все испортил. Ты что сегодня не ел? Я сегодня не ел. Я сегодня не сосна, я сегодня можжевельник. Я так больше не могу. А в чем собственно дело? Представляете, не успели мы переехать в новую квартиру. Тут уже эта Милочка с гомотом что-то шумом, а драки нет. Да думайте, может, подарите эту чертову раковину? Новая квартира, это всегда здорово. Тут ведь главнее всего. Главнее всего погода в доме. Так сказали строители Ларисе Долиной. Подарили ей зонтик, а крышу решили не делать. А я вчера в стэд-шоп пошел. Бабу надувную хотел купить. Потом вдруг вспомнил, что у меня уже есть одна. Зачем мне две? Да что я, бабник что ли? Бабник! Не бейте меня, пожалуйста! И никто не собирается тебя бить. Че? Брезгуйте, значит! Ура! Я нашлась! Молодец! А теперь пойди еще раз прячься! А можно мне хоть песенку спеть, а? Ну, ладно! Бывай! Домой! 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 Дом
там не рады его прийти. Например, Юлия Меньшова по телевизору рекламирует какие-то капочки. А что они вообще у тебя смотрят? Супер-эпатическое шоу в постели с Эдвардом Радзинским. Да, но я не уверен, если вы не умеете сверлить ваше дыхание, то можно использовать нехитрые технические приспособления. Но есть способ лучше. Народная фашистская примета. Если в кустах стоит рояль, значит, это листу интеллигентные партизаны. Вероятно, они смотрят интеллектуальные фильмы. Английский пациент, встречайте! Спасибо! Надо сказать, эта роль далась мне нелегко. Она сцена побила из парашюта. Воды, пожалуйста, дайте. Thank you.
Yeah.
Лучше тогда споем? Нет. Совсем молочко. Что тогда делать, чувак? А можно я тогда стишок расскажу? Тот, кто пашет и кует, тот кует и пашет. А тот, кто пляшет и поет, тот поет и пляшет. Ты сдохнул, король, противный, был ты
а не ваша жена. Пупси. Пупси, я был у врача, ты лучше. А? Я уже хочу вас ангажировать. Короче, короче, две минуты. Познакомился, уже хочет меня ангажировать. Он тебя на танец зовет, дура. А я что? А ты не соглашаешь? А почему? Потому что ты друга. Не дай вам Бог полюбить эту женщину. Бессмысленную и беспощадную. Да нет, а женщине же нужно это дольше. Не дай вам Бог полюбить. Я буду телеведущим. Да, Паша! Спасибо. Добрый вечер, дорогие друзья. Мы начинаем игру «Пойми меня». Желтая карточка, слово «Лось». Он всегда бегает по кукурузе. Там парень! Двое влюбленных лежали вожи, тихо, стоял в межи. Пугало! Стоит на поле, ничего не делает, все его боятся. Председатель! Как тебя начинаешь в нашем кафе? Кто? Лось! Нашел ты с ним, и белорусский отбил.
настоящие. И подвыпившие уже есть. Пьете, да? Пьете, пьете, пьете. А? Еще знаете, он на компьютере умеет. Еще говорят, что он в Харькове капитаном подрабатывает. Анчуря! Выбирает фундамент. Почему? Ну как, и зубы чище.